Идем на пляж Ката. Закат. Где пройти-то? Сейчас посмотрим. Да, волны такие же сильные. Несколько дней стоят такие волны сильные, невозможно нормально и купаться. Все равно Корон нам больше нравится. Ката он помельче, но волны все тоже большие. Не знаю, насколько здесь легче купаться. Вон люди там вообще далеко, видишь? Он мелкий. Да это так. Сегодня многолюдно, я смотрю тут. Что здесь, по-моему, больше народа, чем на Короне. Смотри, орел что ли там? Посмотри, какие там волны. Да, вон вообще. Смотри, орла сносит. Кстати, это вообще минус Ката, то, что здесь периодически кто-то едет. Народу много. Да, это тоже мне не очень нравится. Закат красивый. О, волны тоже, смотри, то, что сюда. Вон опять эти птицы. Ну, народу здесь что-то совсем много. Смотри, какой закат прикольный. О, штатив. На штативе уже фоткаются. Так вообще-то везде флажки поставили. Не плавайте в этой области. И поставили флажки по всей области. То есть, видать, шторм такой, что предупреждают, получается. То есть, везде флажки стоят. Или что, все на досках плавают, что ли? Здесь, походу, все на досках, смотри. То есть, у них сейчас период купания на досках. Купаться здесь просто нельзя, а на досках кататься можно. О, человека там снесло. Ну, получается, что так, смотри, только все на досках. Что-то все не в нашу пользу, да? Волны сильные, не в нашу пользу, купаться нельзя. Пляж переполнен. На том пляже совсем жестко, да. Смотри, какой красивый закат. Нравится. Вот такой вот обзорчик. Что? Водки? А-а-а. Какие волны мощные. Там вот этот отклик, который там, люди пришли туда в 3 утра.